Сейчас, погодите. Ха-ха, Рексоны сбоку больше нет. Ну а перед началом данного видеоролика, дорогие друзья, передаю привет Фете, Земео в Кету, брату Ивану Приветчику, а также Роналду 7, Ашиму и Адреналину LCD, ну и конечно же Кириллу Трактористу. Привет вам большой, ребята, от меня. И всем здравствуйте, да... Стоп, где я? И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша. И в этом видеоролике мы пройдем 7-й уровень в игре Red Bull 4. Давайте нажмем кнопку play и смотрите. Вот, да, 7-й уровень сегодня. Я вам хочу еще раз сказать спасибо отдельное и огромное, что поддерживаете данную рубрику. Просто вам по секрету скажу, я хотел просто первый уровень пройти и дальше все закончить на этом. Но это уже 7-я часть. Ну давайте так, если вы будете также хорошо поддерживать данную рубрику, мы пройдем все уровни. И так сказать, чтобы вам не надоедали эти серии, они будут стабильно по воскресеньям выходить. Расписание в описании канала я обновил. То есть каждый понедельник по одному уровню в Red Bull 4. Если вы согласны, пишите в комментариях. Если просмотров будет все ниже, 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 ниже по вот этой игре, все, мы прекращаем. Но пока вы хорошо поддерживаете, мы будем проходить. Ну, вроде бы все основное я вам сказал. Давайте не будем затягивать и начинаем уже прохождение. Погнали. 7-й уровень. Так, что нас здесь ждет? Смотрим. Аккуратненько спускаемся. Оп. Это какой-то новый уже квадратик. Такого не было в начале. Так. Так, и что он делает? Так, так, а как его... Так, сейчас, оп, оп, опа, опа, все, так, с этим покончили, погнали наверх. Так, вот так, оп, ага, сейф, это уже хорошо, этот тоже убираем. Так, это сюда двигаем, вот так вот. Сюда прыгаем, не роняем кубик, я понял, в прошлой серии. Тут действовать нужно более проще. Никаких тут сложных действий не бывает практически. Так, оп. Ну, конечно, бывает, и это за исключением багов. А так вообще ничего. Сложного нет. Если даже логически подумать, вот сам разработчик бы не смог пройти... такие сложные уровни. Поэтому он сделал как можно проще. Ну и как можно не сильно проще, хоть чтобы потруднее было. И попробовать сюда. А, все. Вот и все, дорогие друзья. Вот и пройден 7-й уже уровень в игре Red Bull 4. Так быстро летит время, что мы уже на следующей серии будем проходить аж 8-й уровень. Это мы полсета зеленых холмов прошли только что, почти что. Что нас ждет дальше, я даже не представляю. Но, конечно, я помню. Правду говорю, но не сильно помню. Ой, правда, ой. Там на камере ничего не было видно, надеюсь. На сегодня все. Кому понравилось прохождение и кому я, возможно, помог, кто искал, как проходить, пишите обязательно в комментариях, поддерживайте данный ролик, чтобы другие тоже присоединялись к нашему, ну так сказать, прохождению данной игры полностью. Полностью мы пройдем, считай, по подсчетам, к 2026 году или к концу 2025. Где-то... плюс-минус так, я не сильно считал, но примерно это так будет. В общем, весь 2025 год нас ждет еженедельное прохождение Red Bull 4. Так что пристегнитесь, мы никуда не заканчиваем, еще это только начало. Так что все на этом. Я вам желаю, как всегда, крепкого здоровья, счастья, благополучия, чтобы вы никогда не болели, дорогие друзья. Храни вас Господь и Аллах, всем удачи и всем до свидания.
свидания, дорогие друзья. Всем пока-пока. До завтра.